Привет, дружище. С тобой Маркелов Борис. И сегодня я хочу поговорить о заработке денег. Да просто о заработке денег. Если ты хочешь зарабатывать деньги, ты мне подходишь. Это первое. Второе. Ты должен гореть желанием это делать. Потому что мне не нужны обычные люди. Мне не нужны те люди, которые ищут заработок в интернете без вложений. Там еще без чего-то. Боятся, что про них будут разговаривать там какие-то соседи, друзья, знакомые. Тыкать в них пальцем, рассказывать там. О, смотри, он в интернет пошел, он там деньги зарабатывает. Мне нужны вот пофигисты, просто пофигисты, обезбашенные люди. Мне нужны такие, как Билл Гейтс, ну, вы знаете его историю, или Стив Джобс. Вы думали, они были нормальными людьми, но они, тем не менее, заработали миллиарды, миллиарды долларов. И ни один нормальный человек, у него не укладывается эта сумма в голове. Мне нужны люди, у которых эта сумма уложится в голове. Мне нужны люди такие же, которые могут повторить мои шаги. И как я в суперкопилке заработал денег с 20 долларов, с 20 вложенных своих долларов. И мне до сих пор говорят, но это же партнерская программа. Да, это партнерская программа. Это же, вот вы отзывы писали. Да, я реально отзывы писал по суперкопилке. И с этого у меня идет прибыль. С этого в суперкопилке можно классно зарабатывать. И с этого я строю свои графики выплат. Вот именно такие люди обезбашенные мне нужны прямо сейчас. Мне нужны помощники. Мне нужны те, которые забьют на все. Забьют на общественное мнение. Забьют на то, что о чем им говорят там со стороны. Да пофиг, что бы они там ни говорили. Если у вас есть цель, я готов вас привести к вашей цели. Я готов подсказать именно те шаги, которые я делал непосредственно, когда я пришел в суперкопилку 6 месяцев назад. У меня спрашивают, а как, чего? Вот, ты же вот пришел полгода. Полгода я вышел пока на выплаты 3000 долларов за полгода. Да, это было не сразу. Но я забил на все, забил на всех, что бы мне там ни говорили, что бы мне там ни предлагали, матрицы, шматрицы, фигатрицы, что мне там только не предлагают и до сих пор не предлагают. Если я горю желанием, я знаю, к чему я иду. То есть вот этот телефон, на который я сейчас снимаю это видео, там новый ноутбук, это все куплено в суперкопилке. То есть если вы хотите прийти на выплаты, например, через полгода 1000 долларов в месяц, это реально. Да, вам, конечно, рассказывают, что у нас суперматрица, и ты только зайдешь, и буквально через 3 недели автопереливами, автоперегноями, там какими-то авточего-то, люди будут присоединяться сами, подключим автоматизацию, ты будешь спамить везде. А кому это надо? Нестандартный подход, вот что вам нужно на данный момент, нестандартный подход. Иногда вы должны поругаться на видео, иногда вы должны посмеяться. И не нужно казаться там каким-то смешным в глазах чьих-то. Именно к таким людям и тянутся люди, именно к таким людям притягиваются люди. И в дальнейшем такие люди становятся отличными бизнесменами, у которых много денег. Но если ты, вот который смотришь сейчас это видео, я не знаю, где ты его там смотришь, может ВКонтакте, может в Ютубе, но если ты подвержен общественному мнению, если ты думаешь, что деньги можно заработать только там каким-то неправильным путем, дорогой, ты мне не подходишь. Иди занимайся чем хочешь, иди продвигай там, я не знаю, в Фаберлике еще что-то, хотя Фаберлик тоже можно, но Фаберлике тоже можно зарабатывать, ну так как они это дают, ну блин, у меня отвращение просто, вот так как они дают это все. Мне нужен нестандартный подход. Если ты креативный, мне не важно, умный, сколько ты классов закончил, мне не важно. Если ты с креативным подходом, если ты знаешь, как нестандартно подойти к теме заработка, то ты мне вот 100% подходишь. Но если ты думаешь то, что я сказал до этого, то, дорогой товарищ, тогда до свидания. Тогда нам не по дороге. Ходи на боксы.
кликай по ссылкам, там ходи по бесплатным сайтам, где тебе биткоин там предлагают заработать бесплатно. Бред сумасшедшего вообще. Ходи туда, где тебе обещают. А я пришел туда, где я получаю. Да, я применяю всю свою энергию, я применяю все свои знания, и я от этого получаю удовольствие. А с удовольствием приходят и деньги. Думай сам, решай сам, дело твое. Всем привет.